Как давно занимаешься этим? Недели 3. Недели 3? Где нашла это объявление? Я просто искала работу ВКонтакте. И там было написано, что 4 часа работы в день, и типа будут сразу оплачивать. Просто нужно написать. Я написала, и мне все скинули. Где забирали? Вот это? Да. Сад пенсионеров 2. Сколько там? В чем находилось? Показывайте, где это расположено. Где расположено, да, что? Да, все остальное. Где? Вот в чем у тебя было вообще? Вот это все? Да. А где вот этот большой синий пакет у тебя, который ты фоткала? Он был недалеко, я его просто взяла, и мне его сказали переложить, я переложила. Когда вот этот синий пакет переложила, да? Да, мне сказали его а переложить. А вот это, подожди, а вот это где? Это вот. Я это тоже перекладывала. А синий пакет было... когда переложила? Сейчас скажу. Неделю, меньше недели назад. Меньше недели назад? Это тоже это меньше. Это все, да? По это какому адресу? Куда переложила? Да. Мне нужно посмотреть, телефон у меня написан. Хорошо, подскажи, пожалуйста, сколько в каждом пакетике? Там 0,3. Сколько 10 пакетиков? 10 по 0,3, да? Да. 0,990 пароль, да? На телефоне, да. То есть, получается, ты сама и расфасовывала, да? А там в том приложении нет. В каком? Еще у тебя телефон есть? Нет, вот на мой телефон. Samsung, да? Да, вот этот. 0,990, да? Сюда посмотри, пожалуйста. То есть ты сама фасовала и сама должна была делать закладки, правильно? Да. А сколько раз уже делала закладки? Это раз 5-й или 6-й. Ну, по сколько закладок делала за раз? 4. По 4 закладки? Но в каждой закладке у тебя по 10 штук, да? Это больше. Это самое большое, что я сделала. Мне просили просто перекладывать. Понятно все. А еще поясни, сколько ты зарабатывала за это? Как тебе обещали вообще, как платить? Сколько, за сколько? Я это не сделала. Мне обещали 19 тысяч. Получила сколько всего? 15 тысяч? Да. Куда переводят деньги? На... сайт. На биткоин ты? Да. Потом обналичиваешь? Да. На карту переводишь? Да. Карта у тебя своя? Моя. На твою обычную карту, да? Все понятно. Претензии есть какие-то по поводу твоего задержания к сотрудникам полиции? Нет. Все по закону? Да. Вину-то свою признаешь? Да. Садим, раскаиваемся? Да. Все, давай, что, пускай штаны там что-нибудь изменится.